одни из самых древних обитателей нашей планеты. По некоторым подсчетам, первые их представители появились на Земле около миллиарда лет назад. О них и сегодня известно далеко не все. Хотя сам объект изучения находится буквально под носом. Прямо сейчас, в этот самый момент, они незримо присутствуют рядом с нами. Почти 1,5 миллиона видов объединены в самостоятельное, ни на что не похожее царство. Царство грибов. Что такое грибы? Над этим вопросом очень многие ученые задумывались в течение многих лет, столетий даже. Если вот сейчас мы возьмем какую-нибудь чашку Петри, откроем ее, то даже здесь, в чистой лаборатории у нас, где мы бережем воздух, где должен быть как в операционной, все равно здесь что-то мы сможем найти. Изучая грибы, ученые находят лекарства от болезней, создают новые продукты питания и раскрывают тайны жизни. Грибы – самые необычные организмы на Земле. Откуда они произошли, до сих пор точно не установлено. Раньше изучением грибов занималась ботаника. Но к растениям грибы не имеют никакого отношения. Это выяснилось совсем недавно, во время генетических исследований этих организмов. Хотя некоторые признаки, характерные для флоры, имеются у представителей всего грибного царства. От аппетитного шампиньона до невзрачной плесени. Клетки, покрыты оболочками, как у растений. Второе. Ведут прикрепленный образ жизни. На этом сходство грибов с растениями заканчивается. С животными у грибов гораздо больше общего. Самый эффективный поиск родства – это общность не внешнего вида, не морфологии, не фенотипа, как говорят, а генотипа, то есть сходство определенных генов. Вот. И вот когда стали заниматься работами по геносистематике, так называемой, то оказалось, что грибы не имеют никакого отношения к растениям. Удивительно, но в клетках грибов присутствует даже хитин. Вещество, свойственное только насекомым. И подобно живым существам, грибы не участвуют в фотосинтезе, питаясь тем, что есть, подножным кормом. Причем делают они это весьма своеобразно. Когда мы проглатываем пищу, то через просвет кишечника выделяются ферменты, которые разрушают сложные вещества пищи на более простые, которые всасываются через кишечник и распространяются по всему организму. Так вот, у грибов эти вещества не внутрь, а наружу выделяются. То есть такое питание называется внекишечным пищеварением. У многих грибов роль желудка выполняют так называемые гифы – длинные нити, напоминающие корни растений. Гифа обеспечивает питательными веществами все тело гриба – мицелий. При определенных условиях мицелий может оплести гифами территорию в несколько гектаров. Это значит, что в соседнем лесу можно срезать гриб из того же семейства, что растет у вас под крыльцом. Грибы – это не только, как называется, не только кишка вывернутая, но это еще и насос. Они развивают давление, например, где-то в среднем 2,5 атмосфер. Ну, как давление хорошо накачанной велосипедной шины. Такая мощная пищеварительная система необходима мицелию для того, чтобы вырастить плодовые тела. Именно их мы привыкли называть грибами. Вот дерево, яблоня, вот это вот аналог самого дерева, яблони, это мицелий у грибов. Но на яблоне растут яблоки, а на мицелии растут плодовые тела. Для чего они нужны? Так же, как и плоды у растений, они нужны для размножения.
Процесс переработки и усвоения грибами питательных веществ происходит с огромной скоростью. Лучший тому пример – дрожжи. Самый необычный представитель грибного царства. В отличие от своих собратьев, дрожжи не имеют четкой постоянной формы. Тем не менее, это гриб. Брожение – не что иное, как процесс пищеварения дрожжей. Они буквально набрасываются на питательную массу. Переваривая компоненты теста, дрожжи выделяют углекислый газ – те самые пузырьки, которые делают хлеб воздушным. Но с недавних пор этот гриб используется и в научных лабораториях. Их используют для получения целого ряда лекарственных препаратов, а именно рекомбинантных лекарственных препаратов, то есть с использованием методов генной инженерии. Для этого в клетку дрожжей внедряют, да, определенный ген, участок ДНК с помощью векторов, и эта молекула ДНК уже отвечает за синтез определенных нужных нам веществ. Несколько десятилетий назад дрожжевые клетки стали использоваться в молекулярной биологии в качестве модели для проверки воздействия новых лекарств. С их помощью были получены очень важные препараты. Например, интерфероны для лечения вирусных инфекций и онкологических заболеваний. Дрожжи – не единственный вид грибов, который используется в медицине. Благодаря случайному открытию, 70 лет назад врачи получили уникальное антимикробное средство. Болезни, связанные с сепсисом, с заражением крови бактериями, то есть при раневых инфекциях, люди практически были часто обречены на гибель, но использование инъекции данного антибиотика позволяло выздороветь огромному количеству больных, то есть десятки, сотни тысяч. Речь идет о пенициллине. Первый в истории антибиотик был получен из плесневых грибов вида пенициллиум, откуда и взял свое название. Антибиотики являются продуктами жизнедеятельности. Так же, как органические кислоты, грибы, развиваясь на питательной среде, специальной питательной среде, выделяют продукты жизнедеятельности или называют продукты метаболизма. Среди них могут быть и антибиотики, витамины, некоторые там ферменты. Сегодня антибиотики производят из синтетических компонентов. Это удобнее и дешевле. А главное, снижает вероятность аллергических реакций. Но сама возможность появления современных антибактериальных препаратов – это заслуга грибов. Ни плесень, ни дрожжи, а более привычные для нашего глаза грибы тоже приносят немало пользы. Рибофлавин – это всем известный витамин В2, который, естественно, очень важен для организма и является коферментом, кофактором многих биохимических процессов организма. А лецитин – это сложный эфир жирных кислот, в основном фосфолипиды. Они также необходимы для любого живого организма и участвуют в деятельности и нервной системы, и печени, и многих других органов человека. Если одни грибы полезны, то другие могут быть смертельно опасны. Но грибы, развивающиеся на насекомых, на паукообразных. Это очень интересная группа, очень специализированная. То есть есть те, которые только на муравьях, те, которые только на клопах, скажем, травяных, на пауках и так далее. Значит, споры просто попадают на бедную жертву, вот, и там начинают развиваться мицелии, проникают вовнутрь. Развивается и все, использует этот гриб, эту жертву, как субстрат. Крохотная грибная спора способна погубить живое существо, многократно превосходящее ее по размерам. После встречи с грибом-паразитом любое насекомое будет обречено.
даже колорадский жук, сумевший приспособиться ко многим ядам-инсектицидам. Споры грибов можно увидеть только при большом их скоплении. Они миниатюрные и легкие, за счет чего способны проникать повсюду. Грибные споры всегда присутствуют в воздухе, которым мы дышим. Они есть практически в любой точке планеты, даже в Антарктиде, хотя и в очень малых количествах. Грибы, они вообще очень толерантны, то есть устойчивые к очень большому кругу различных условий. Например, они могут расти при очень низких температурах. Есть грибы, которые могут развиваться и плюс 40 градусах и так далее. Полностью очистить воздух от грибных спор практически невозможно. С определенным их количеством человеческий организм давно научился справляться. Но увеличение числа грибов в некоторых случаях грозит катастрофой. На производстве медицинских препаратов с грибами борется штат микробиологов. У нас существуют нормативные документы, на которые мы ориентируемся. Вот в воздухе производственных и на поверхности помещений, на руках рабочего персонала грибов быть не должно. Невидимые глазу споры могут прочно обосноваться на сырье или уже готовом препарате, используя его как источник пищи. Это может повлиять на свойства лекарства самым непредсказуемым образом. Поэтому здесь проверяется все. От одежды сотрудников до готовых блистеров с таблетками. Испорченные лекарства меньше из бед. Вместе с таблеткой грибные споры могут легко попасть в организм человека и способствовать развитию серьезных заболеваний. То есть приобретенный по рецепту лекарственный препарат может стать источником новой болезни. Так как лекарственный препарат принимает больной человек с ослабленным иммунитетом, то вот поэтому и происходит такое ограничение, ну, чтобы не получить дополнительную нагрузку. Максимальная стерильность соблюдается не только при производстве лекарств. В защите от грибов зачастую нуждаются сами грибы. Поэтому на шампиньонных фермах тоже предпринимаются повышенные меры безопасности. Стерильные мицелии мы выращиваем вот в таком стерильном модуле. Для чего нужен стерильный мицелий? Для того, чтобы не было никакого заражения, чтобы грибы были качественные, чтобы грибы росли вовремя и грибов было много. Для промышленного производства грибов стерильные боксы жизненно необходимы. Если не соблюдать абсолютную чистоту, шампиньоны и вешенки на прилавках магазинов могут стать небезопасными для здоровья. Поэтому все поверхности, каждый инструмент и каждая емкость обязательно обрабатываются. Уже через неделю после пересадки в каждой из этих чашек вырастет мицелий. Через 7 дней чашки с мицелием приобретут следующий вид. Спустя 2-3 недели эта пушистая субстанция превратится в несколько килограммов грибов. Точно так же выращивают все грибы, которые можно разводить в искусственных условиях. Правда, таких грибов очень мало. Почему вместо шампиньонов на фермах не разводят подосиновики или боровики? Этим вопросом задаются все грибники-любители. Оказывается, некоторые законы природы современная наука пока победить не в состоянии. Это явление, симбиоз, один из вариантов симбиоза, когда гифы грибов проникают в корни растения, возникает контакт между клетками и происходит обмен различными веществами между растением и грибом. Такая взаимосвязь называется микориза. Это результат многовековой эволюции всего растительного и животного мира. Сейчас 85% всех растений на планете зависят от грибов. И от этой зависимости они только выигрывают. Так вот, оказывается, что те растения, которые имеют микоризу, получили преимущество в процессе эволюции. И сейчас, потому что усваивают такие растения
минеральные вещества и воду значительно эффективнее, чем грибы, чем растения без вот таких без микоризы. Кроме полноценного питания, грибы дают растениям защиту от своих собратьев-паразитов. Микоризные растения почти не подвержены корневой гнили и другим заболеваниям, которые могут вызвать грибы-паразиты. А некоторые растения вообще не способны выжить без помощи гриба, например, орхидеи. Здесь перед нами находится гибридный фаленопсис. Это культурный сорт. Обратите внимание на его корневую систему. Как вы видите, корни этого растения очень толстые и не особенно обильно развитые. Это показывает то, что в данном случае большую часть своих питательных веществ растение должно получать от состоящего с ним в симбиозе гриба. В дикой природе у орхидеи нет ни малейшего шанса расцвести без участия гриба. Семена этих цветов настолько мелкие и слабые, что им просто не хватит сил на полноценный рост. Без грибного партнера семя быстро погибнет. Можно сказать, что за счет микроскопических грибов, которые даже невозможно обнаружить при отсутствии микроскопа, растение получает возможность для своего роста и развития. И, собственно, видно, насколько это растение сильное, крупное, мощные листья, достаточно мощно развитый цветонос, и все вот это, собственно, благодаря мелким микроскопическим почвенным грибам. Сами грибы в такой же степени зависят от растений. Подосиновик и подберезовик не зря получили свои названия. Именно эти деревья вступают в симбиоз с грибами. А грибы, в свою очередь, не могут вырасти без их поддержки. Эти связи настолько сложные и крепкие, что даже выкопав пласт земли с мицелием белого гриба, вырастить хоть что-то себе на обед не удастся. Самый такой яркий пример – это трюфели. Их культивируют, но так как они тоже являются грибами-микоризообразователями, для этого специальные такие опытные лесонасаждения закладывают, где эти грибы именно в союзе с деревьями вырастают, образуют свое плодовое тело. Потому это продукт очень высокой стоимости, и более дешевым он не станет никогда. Самым удивительным примером симбиоза грибов с растениями являются лишайники. Похожие на корочку нароста на деревьях и камнях можно встретить повсюду. Внешне кажущиеся единым организмом, лишайники состоят из клеток двух разных видов – грибов и водорослей. Двойственную натуру лишайника легко увидеть под микроскопом. Основное тело этого организма состоит из множества плотно переплетенных ниточек. Это не что иное, как грибные гифы. Между ее нитями находятся клетки микроскопических зеленых водорослей. В них содержится хлорофилл, позволяющий вырабатывать питательные вещества при помощи фотосинтеза. А воду, необходимую для этой реакции, впитывают грибные гифы. Так лишайник получает все, что нужно для жизни. На взаимной связи растений с грибами основано все функционирование нашей экологической системы. Грибы в прямом смысле поддерживают природный порядок. Сухие листья, опадающие каждую осень, ветки, старые деревья. Их уборкой занимаются грибы. Грибы способны разрушать очень сложные соединения, лигноцеллюлозу. И, соответственно, они перспективны для переработки растительных остатков, древесных остатков. Они раскладывают отработанный природой материал на составляющие, превращая его в источник пищи для новых растений и грибов. Многие ферменты, выделяемые грибами в этом процессе, сложно получить даже в химической лаборатории. Выделяют очень мощные ферменты, разрушающие разные сложные, разрушающие белки, разрушающие полисахариды, разрушающие липидные соединения, нуклеиновые кислоты и так далее. Благодаря современным разработкам некоторые из этих ферментов стали для нас просто незаменимы. Утилизация древесных отходов, отходов бумажного производства и сельского хозяйства. Лишь несколько вариантов их применения. Обычный человек даже представить не может, насколько близко общается с грибными ферментами.
Они могут быть добавлены в стиральные порошки, что и делается уже многие годы. И, соответственно, эффективность стирки резко возрастает. Далее. Пектиназы добавляются в фруктовые соки для его осветления, для их осветления. Надпись «Осветленный» на упаковке с соком означает, что на определенном этапе его производства были добавлены ферменты, выделяемые плесневыми грибами. Натуральный сок даже после многократной фильтрации будет мутным из-за сложных полимерных соединений. Грибные ферменты эти соединения разрывают, и сок становится прозрачным. Даже привычная лимонная кислота зачастую не имеет отношения к лимонам. Черный аспергил, аспергиллюс нигер, он, например, используется в производстве лимонной кислоты. Его выращивают в специальных условиях, на специальных средах. И он синтезирует лимонную кислоту, потом его отделяют, а ее чистят, выделяют. И, пожалуйста, лимонная кислота. Получение лимонной кислоты из плесени чрезвычайно выгодно. Ведь вырастить ее гораздо проще, чем цитрусовое дерево. Многие другие продукты также обязаны плесени своими вкусовыми качествами. Это хлебопечение, производство вин, молочных многих продуктов, в сыродельне используются грибы. Он трансформирует часть там, белка, жиров, и сыр приобретает дополнительный аромат. Просто его органолептические вкусовые качества повышаются. Продукты с благородной плесенью тщательно проверяются в пищевых лабораториях. В препарате мы увидели многоклеточное скопление мицелия. Можем сделать предположение, что это благородная плесень. Но для того, чтобы узнать, есть ли там еще какие-нибудь грибы, необходимо сделать посев этого пищевого продукта. В производстве пищевых продуктов сами грибы никогда не участвуют. Только их отдельные ферменты. Ведь помимо полезных веществ, грибы выделяют еще и мощные токсины. Поэтому если плесень вырастает на сыре или хлебе сама по себе, есть такой продукт очень опасно. Вот этот гриб ризопус, его родовое название. Часто встречается гриб на пищевых продуктах, очень быстро развивается. За сутки может превратить, допустим, тонну зерна в корж огромный такой. Грибы-паразиты, вездесущие споры, ядовитая плесень. Это далеко не весь перечень опасных представителей грибного царства. Есть еще один особый вид грибов, о существовании которых мало кто подозревает. Это грибы-хищники, гроза микроорганизмов. Их способ добывать себе пищу напоминает охоту паука, использующего паутину. Бабочку гриб, конечно, съесть не сможет, а вот небольшие черви-нематоды ему вполне по силам. Получив в качестве такого лакомого кусочка тело нематоды, из которого они могут широкий набор аминокислот, витаминов в концентрированном виде сорбировать, конечно, гриб получает огромное конкурентное преимущество и способность выжить в природной обстановке. Когда нематода попадает в липкое кольцо гриба, она начинает сопротивляться. Чем активнее движение, тем больше запутывается червь. Гриб выпускает отросток, который внедряется в тело червя и быстро там разрастается. Уже через 2 часа его движения замедляются и прекращаются. Сейчас российские ученые пытаются приручить хищные грибы, чтобы с их помощью бороться с вредителями урожая. Уже проведено несколько экспериментов, и в отдельных случаях сохранность урожая составляла практически 100%. На Земле обитает около 100 тысяч видов грибов, и большинство из них мы просто не замечаем. Ученые уже научились превращать этих незаметных соседей в незаменимых помощников.
сельское хозяйство, медицина и пищевая промышленность. Можно не сомневаться, что это лишь начало.